протестов в связи с торжественным открытием нового участка автомобильной дороги на улице Мальбахова от Кирова до Осетинской с 8 утра до окончания мероприятий будет приостановлено движение всех видов транспорта. Подъездные пути к этому участку дороги будут перекрыты. Сохранить память об...
Как в том мультике, да? Так, а это рынок, что ли, пришел? А что он тут забыл? Вот здесь, вот так, ходи вот. А то так не получится. Адрес. Сначала вот и Мальбахова, вот. Мы идем вниз. Будут открывать красную ленточку. Давайте подписывайтесь. Так вот.
Слышь, парнишка, ты не в курсе, его памяти где ходят на сайте? Thank you.
вступления Кабардино-Балкарии в состав российского государства. Для открытия церемонии слово предоставляется главе Кабардино-Балкарской республики Кокову Юрию Александровичу. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня, я думаю, у нас у всех радостное событие. Мы завершили капитальную реконструкцию части трассы. Работа проводилась, вы знаете, в связи с тем, что необходимо было реконструировать мост, который вызывал обеспокоенность, так как по объективным причинам нужно было его уже убирать. Связано было еще это и с тем, что подлежало демонтажу определенный участок железной дороги. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить управление Северокавказской железной дороги, которые нам очень серьезно помогли здесь и ускорили все эти процессы. Но тем не менее, как вы знаете, несколько месяцев проводились эти работы достаточно активно. Я бы хотел поблагодарить и жителей, и не только столицы нашей республики, но и жителей республики за терпение, проявленное автолюбителями, автоводителями, потому что были определенные неудобства. И я за это тоже благодарю всех, кто терпеливо ждал сегодняшнего дня. Хотел бы напомнить, что это мероприятие происходит в преддверии чествования большого праздника исторического, вы знаете, 460-летия единения народов России и Кабардино-Балкарии. Это тоже знаменательное событие в преддверии этого большого праздника. Также вы знаете, что эта улица носит имя великого нашего земляка Тимура Кубатевича Мальбахова, столетие в ноябре текущего года, которого мы будем также отмечать. И все это приурочено было именно к этим датам, событиям. Ну а самое главное, все это делалось прежде всего для того, чтобы нашим жителям было удобно и безопасно передвигаться на улицах нашей республики. Хотя я должен сказать, что еще больше предстоит сделать. У нас очень непростая ситуация с транспортной инфраструктурой, и мы здесь должны объективно об этом всегда говорить и помнить. И самое главное, делать вот подобные шаги для того, чтобы минимизировать неудобства для движения транспорта и обеспечения безопасности наших жителей. Хотел бы особо поблагодарить всех людей, которые имели вот в этом районе свой бизнес, те люди, которые имели свои инфраструктуры, я имею в виду предпринимателей, и физических лиц, и юридические, и организации, которые располагались на месте реконструкции, и очень активно сами включились в эту работу, и также участвовали и с пониманием относились ко всем вопросам, которые мы формулировали в процессе этой реконструкции. Поэтому, дорогие друзья, не буду долго говорить, хочу нас всех поздравить с этим событием. Пусть оно не великих размеров, но оно очень важное для артерий и движения нашей столицы. Спасибо. Уважаемые друзья, давайте поприветствуем представителей подрядной организации и скажем им спасибо за строительство в короткие сроки участка автодороги по улице Мальбахова. Марина, кто не
подрядной организации. Движется колонна спецтехники. Наступает самый торжественный момент нашей церемонии. Право перерезать ленту и открыть движение по автомобильной дороге предоставляется главе Кабардино-Балкарской республики Кокову Юрию Александровичу и главе местной администрации городского округа Нальчик Алагаеву Арсену Михайловичу. Блогер? Как тебя? Саша. Кличка подпольная. Саша. Подпишись на мой канал? Да, обязательно. Здрасте. А тебе что сказал? Вот иди. Не, просто поздороваться. Давай. Уважаемые друзья, а сейчас просим освободить проезжую часть. Давайте мы тогда в сторону, да? Давай сюда. Право открыть движение по улице Майбахова предоставляется юным картингистам, байкерам, раритетным и спортивным автомобилям городского транспорту и спецтехнике. Машинки нет. Аида.
история развития карты Западно-Балканской республики. Давай, блогер, снимай. А можно подальше по тебе бежать? Это подальше чуть-чуть. Ой, извините. Извините, нечаянно. Блогер, давайте, да, туда, вот там тоже стоящий сядь. Давайте, девочки. Обращаю ваше внимание, что за рулем данного автомобиля самый старший участник автопробега. 92-летний реставратор Алхасов Кагазу. Вниманию горожан представлены шестиместный шестиоконный седан ЗИМ ГАЗ-69, ГАЗ-21 и ГАЗ-24 «Волга». И первый массовый легковой автомобиль в СССР для индивидуального использования «Москвич-400». Ретро-автоклуб «Мальчики» был образован в 2006 году реставраторами Кабардино-Балканской республики. Возглавляет его Кучменов Руслан. За большой вклад в дело сохранения историко-культурного наследия России, многолетнюю плодотворную работу поблагодарим наших реставраторов. Асланович. В настоящее время Федерация автомобильного спорта республики проводятся мероприятия по возрождению автоспорта в Кабардино-Балкарии. Реализовывается проект по строительству многофункционального центра водительского мастерства «Кавказ Автосити».
Общественный транспорт на первое полугодие 2017 года автомобильным транспортом общего пользования на территории Кабардино-Балкарской республики перевезено 23 миллиона 700 тысяч человек. Для удовлетворения потребностей населения в обеспечении регулярной и безопасной перевозки пассажиров в 2015 году было создано государственное унитарное предприятие «Кабалкавтотранс» 1438. Хорошая машина. На территории республики осуществляют регулярные пассажирские перевозки 14 автопредприятий. Акционерное общество «Такси» на рынке транспортных услуг по перевозке пассажиров вот уже 60 лет. Общество эксплуатирует автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили, такси, которые ежегодно перевозят более 5 миллионов пассажиров. История коллектива МУП «Троллейбусное управление» началось в 1976 году с постановления Совета министров КБССР о создании дирекции строящегося троллейбусного транспорта в городе Нальчике. А начало движения троллейбусов осуществилось в ноябре 1980 года. В феврале 2015 года правительством Кабардино-Балкарской республики для предприятия было приобретено 10 современных троллейбусов с автономным кодом марки «Тролза 5265», которые могут проехать с опущенными токоприемниками 30 километров, что позволило им новые маршруты «Горная Шалушка» и «Горная Натан». О, Так, подождите,
испытание. Всех горожан и гостей столицы. Мы поздравляем с наступающим праздником. Пусть каждая следующая страница истории города станет еще одним ярким шагом в воплощении планов, направленных на повышение благосостояния его жителей. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах, достатка и мира в каждой среде, радости и хорошего настроения. Thank you.
А не прокатите на каком? А ты салон фоткаешь? Нет. Дала. Как говорится. Пипец, как круто выглядит. Просто уже выглядит пипец так.
Сашка! Это вся информация выпуска. Напоминаю, посмотреть программу еще раз вы можете в интернете. До свидания. Thank you.